И начали стрелять. Я вообще так испугалась. Смотрю, БТР заезжает. Там еще сильнее стали стрелять. Собака как тебе? Собака вообще прикольная. Это впечатление Андрея от только что увиденного штурма. Два террориста захватили заложника и стали выдвигать требования. Машину мне везите! Водитель штурмовой группы. Первая группа выходит на боевой рубеж. Такой перформанс устроил отдел спецназа «Байкал». А все эти зрители – так называемые трудные подростки. Ребята стоят на учете в полиции. Андрею всего 11. Он самый младший из всех, но, пожалуй, самый активный и общительный. Андрей, вот здесь ребята, да, которые немножко нахулиганили. Ты что натворил? Я велик украл. Но теперь перестал. Что-то мне неохота это делать. А то куда-нибудь сяду еще. А у кого украл? У Матвея, он у меня украл. Тоже я еще украл, я у него тоже забрал. А почему плохо воровать? То, что мама потом, если потеряешь деньги отдавать. Родителям проблемы. Кем хочешь стать? Я пожарным. Пожарным? Да. А когда решил? А? Когда решил? Уже давно. А почему пожарным? Не знаю. Людей спасать. А как у тебя учеба? Плоховато. Что страдает? Поведение. Ты как нахулиганил? Что натворил? Ну, скажи. Ну, ничего не стесняйся. Своровал. Что своровал? Энергетик. В магазине? Не продают. А? Деньги были, но не продают просто. Ну и как тебе энергетик? Понравился? Скажи гадость. 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 Сожалеешь? Очень. На сегодня в Бурятии 801 ребенок стоит на учете в органах. При этом 85 несовершеннолетних имеют судимость. Однако, как говорят в МВД, в этом году число подростковых преступлений заметно снизилось. Все это уголовные преступления, начиная от тайных хищений, открытых хищений, там, заканчивая вымогательствами. Есть проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, запрещенных сильнодействующих препаратов. Мы хотим сегодняшнее мероприятие все-таки направить на воспитание в молодых людях патриотического отношения к стране и к правопослушному поведению в целом. А какой бы совет вот дал ребятам, которые, вот, может быть, тоже что-то своровали или где-то провинились? Не поступать так. Алина Котова, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ.